Принять активное участие в реализации задач, озвученных на национальном курултае в Атырау и 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана призвал старшее поколение Касым-Жомарт Токаев в беседе с заместителем председателя Центрального совета Организации ветеранов Умурзаком Узганбаевым. На встрече затронули вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения. Особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания, считает президент. В свою очередь, Умурзак Узганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности и рассказал о дальнейших планах объединения. Вопрос воспитания молодежи всегда важен для всех народов. Президент в своих выступлениях обозначил основные шаги в этом направлении. Теперь важно приложить максимум усилий для реализации этих задач. Эти вопросы мы обсудили на встрече с президентом.